Пассажирские и грузовые, городские и междугородние, одно- и двухэтажные – все это троллейбусы. Пермский коллекционер Ярослав Глаголев собрал мини-автопарк, в котором представлены практически все отечественные модели троллейбусов. Среди них есть и те, что в свое время ходили по улицам Перми. С коллекционером пообщалась наша съемочная группа. Преподаватель Пермского политехнического университета и коллекционер Ярослав Глаголев показывает свой троллейбусный парк в миниатюре. Здесь около двух десятков моделей, но по ним вполне можно изучать историю советского электротранспорта. Первый автобус на электрическом ходу отечественного производства появился в Москве 90 лет назад. Это был ЛК-1, рассчитанный на полсотни пассажиров. Ему на смену пришла техника Ярославского автозавода. Троллейбусы ЯТБ колесили по Москве и Ленинграду. Тогда же в 30-е годы была выпущена опытная партия двухэтажных троллейбусов ЯТБ-3. За основу был взят английский прототип. Но эти рогатые двухпалубники загромождали улицы, были сложны в управлении и неудобны для пассажиров. На второй этаж вели крутые ступени. Москва стала, единственным крупнейшим троллейбусным городом мира, потому что на пике развития парк троллейбусов был около 2000 единиц. При Никите Сергеевиче Хрущеве была построена тоже единственная в мире междугородняя троллейбусная линия Симферополь-Ялта через Алушту. Это около 90 километров пути через горный перевал. Причем это было, с одной стороны, такое тоже как бы решение волевое, но отчасти оправданное, потому что свойство электродвигателя таково, что через горные перевалы, то есть спуски и подъемы, он справляется легче, чем бензиновый двигатель. В Перми троллейбусы появились в 60-м году. Поначалу это был подвижной состав из Москвы. 10 уже не новых, но крепких и надежных машин МТБ-82. Их начали выпускать после войны на авиационном заводе в подмосковном Тушино. И поначалу использовали сплав, применяемый в авиации, дюралюминий. Пермских водителей дюралевых электроходов обучали московские коллеги. И мне мой коллега на кафедре, который старше меня, он был этого всему свидетелем, он видел, с какой скоростью гоняли москвичи. Непривычные нам совершенно были скорости. То есть они вдавливали контролер до упора, и эти троллейбусы по Комсомольскому проспекту носились с невероятной, непривычной для нас скоростью. Со временем количество троллейбусных маршрутов в нашем городе росло. Менялись модели электротранспорта. Кроме пассажирских машин были и грузовые. В коллекции Ярослава Глаголева есть образцы КТГ-1, что значит «Киевский троллейбус грузовой». В Перми на улице Уральской стоит образец рогатого труженика. Это КТГ-2 с открытым кузовом. С троллейбусным собранием пермского коллекционера можно познакомиться в музее «Ретро-гараж». Здесь показывают отдельные образцы электротранспорта. Юлия Зыкова, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей.